Продолжается подготовка к двум громким годовщинам – 150-летию со дня рождения Владимира Ленина и столетию со дня основания Советского Союза. Ульяновские архивариусы уже собирают лучшие материалы для исторического альбома под названием «Ленин. Новые страницы к известному». Юбилейное издание будет состоять из фото, статей и даже засекреченных ранее документов. Галина Романова, заместитель директора архива, уже знает, как будет выглядеть хроника эпохи. Интересное содержание и красивое оформление будут собраны воедино к 2020 году. Мы хотим показать уникальные документы. Только у нас в Ульяновском архиве хранятся подлинные метрические книги записи о рождении Владимира Ленина. Даже в Москве в федеральных архивах нет таких подлинников, чему они очень завидуют. Кандидат исторических наук Валерий Перфилов тоже поделился своими планами. «Люди, изменившие мир». Проект с громким названием зародился в 2017 году. С тех пор прошло несколько тематических выставок, посвященных выдающимся людям. Карл Маркс, Махатма Ганди и Хо Ши Мин. Прикоснуться к легендам уже успели 40 тысяч ульяновцев. Экспозиции оказались по-настоящему востребованными, а это значит, что проект будет жить дальше, повествуя о биографиях других экстраординарных личностей. Эта идея, она получила развитие, и сейчас в рамках уже подготовки к следующему 2019 году мы планируем создать снова несколько проектов, которые будут уже посвящены новым историческим фигурам. Заседание исторических деятелей, состоявшееся в Государственном архиве, посетил Константин Могилевский, исполнительный директор Фонда истории Отечества. Столичный гость высоко оценил работу наших хранителей знаний и уже задумался о перспективном сотрудничестве в будущем. Такой хороший потенциал ульяновских историков, просветителей, ульяновских организаций позволяет говорить о том, что впереди у жителей Ульяновска, Симбирска много хорошего, много интересного. Сохранением исторических ценностей и культурного наследия вплотную занимается государство. В 2014 году вышел указ президента об утверждении основ государственной культурной политики, направленной на просвещение общества и поддержку искусства и науки. Фонд истории России с 2016 года воплощает свои программы и поддерживает региональные проекты на средства федерального бюджета. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.